Говоря про доски компании Burton, нельзя не отметить сразу уникальную систему закладных, которую использует компания. Называется она The Channel. Продолговатый канал, который располагается под одним, соответственно, и под вторым креплением. Благодаря этой системе есть сразу несколько преимуществ у сноубордов. Ну, во-первых, мы можем безгранично настраивать крепление, поворачивая градусы, смещая, делая стойку шире, уже, в общем, как вам угодно. При обычных закладных мы ограничены шагом, собственно, закладных и, естественно, ограничены 3 градусами, которые установлены на диске. С каналами Burton такого не происходит, то есть крепление настраивается как вам угодно. Также система закладных очень прочная и, собственно, производитель в этом сильно уверен и увеличил гарантию на доски с каналом до 3 лет, что является весомым аргументом при выборе сноуборда в наше время. Также очень важный момент и преимущество канала в том, что конструкция доски с каналом позволяет экспериментировать и пробовать новые типы сердечника, новые типы профилей сердечника. Собственно, Channel позволяет делать доску тоньше, соответственно, значительно легче, более маневренной, более игривой, но при этом при применении технологий, связанных со стекловолокном и различными его вариантами, доска будет очень хорошо держать склон, очень быть жесткой и функциональной. Один из главных нововведений в досках Burton в этом году, безусловно, является наличие нового сердечника Squeezebox, который распространился на всю линейку с топовых досок. Преимущество его заключается в том, что благодаря утолщениям сердечника за креплениями мы имеем возможность сделать доску значительно более прочной, значительно более стабильной. При этом тонкие участки под креплениями позволяют ей быть столь же маневренной, столь же устойчивой и столь же хорошо чувствуемый райдер. Безусловно, технология FiltoFlex привлекает к себе внимание, потому что очень тонкая и маневренная доска обладает жесткой торсионкой, и поэтому вы можете кататься в парке, делать высокие оли, но при этом на больших скоростях при ледяном покрытии доска будет столь же стабильна. Нельзя не отметить новый тип стекловолокна, который используется в этом году. Называется он Carbon Highlights. Это карбоновые направляющие, которые лежат крест-накрест на доске под 2 разными углами друг к другу. Один тип это 45 градусов, другой тип это 60 градусов. Данное нововведение позволяет при серьезной экономии веса сноуборда сделать его гораздо жестче торсионно при 45 градусах и сделать более маневренным и, скажем так, игривым при 60 градусах. Я забыл, что хотел говорить. Также Burton использует очень крутую систему, которая называется Off-Axis. Это асимметричный тип сердечника. Long story short, скажем так, что доска позволяет кататься с наилучшими ощущениями от нее. То есть человек лучше себя чувствует доску за счет того, что сердечник и доска специально подобраны под стойку сноубордиста. То есть лучшие ощущения именно с технологией Off-Axis. Безусловно, Burton предлагает в своей линейке огромное количество всевозможных существующих типов и форм досок. Речь не только про шейпы досок, такие как Camber, V-Rocker, гибрид Flying V, S-Rocker для фрирайда и парковые варианты Flat Top и абсолютно новый Pure Pop Camber, так и направление досок по типу катания, начиная от большой фрирайдной линейки, продолжая с досками для фристайла, досками для универсального катания и досками для начинающих, которые при этом помогут райдерам легко начать кататься, обучиться основным азам и продолжать прогрессировать, что также является высоким плюсом. Как я уже говорил, Burton предлагает 3-летнюю гарантию на все доски с каналом, но интересный факт в том, что с этого года все взрослые доски, которые производит Burton, делаются с каналом. То есть можно сказать, что Burton дает 3-летнюю гарантию на все свои доски.